Битлджус 2. Русский трейлер номер 2. Битлджус, Битлджус, Битлджус. И он появляется. Here's a preview. Be warned. It's intense. Интересно, первый Битлджус был, а здесь название, так понимаю, Битлджус, Битлджус, то есть дважды. А будет ли третий? Потому что, по-моему, в оригинале нужно было три раза сказать Битлджус, чтобы призывать его. Can't believe Grandpa's dead. Death is hard. Yeah, sometimes I think life is harder. Опять Артега в этом в проекте. Блин. Ну что же, ну блин. Режиссер этот. Бэтмен, ну вот. Битлджуса. Уэнсдей. Тим Бёртон. Фу, блин. When I was a teenager, a trickster demon terrorized our entire family and tried to force me to marry him. I believed he was gone forever until you found this in the attic. Ew. Who's Beetlejuice? Don't ever say that name. Beetlejuice. No, Astrid! I am serious! If you say his name three times, he will appear. Beetlejuice. The juice is loose. I'm gonna make you so happy. The living. The dead. Can they coexist? That's what we're here to find out. Кстати, интересно, а мультсериал, который бы вышел после первого Битлджуса, он канон или нет? И там, да. Уильям Дефо будет? О, тот червь. Feel free to express yourself. Don't be afraid. You're a figment of my imagination. Really? Is this a figment of your imagination? Шестого сентября. Не так долго, в принципе. Будем посмотреть. Как-то выглядит нормально, вполне. Экшоново будет. Битлджус вернется к нам после стольких лет. Какие-то проблемы. Терки будут с персонажами Дефо и Моники Беллуччи. Вот. Выглядит хорошо, достаточно современно, хаотично. Надеюсь, сюжеты не подкачают, как было со второй частью первого сезона Wednesday. Ссылка на все ссылки в описании. Увидимся.